одна красота в такой позиции спит. Такой ребенок стриклера. Приличных размеров. Мелкий на термоковрике балдеет. Лапку вот так вот топырю. Вторая вон там где. Ладошкой кверху. Ноги в разные стороны там раскинул. Вытянулся. Увидел меня, но я близко специально не подхожу. Снимаю с расстояния. Спалит контору и все. Красота вся закончится. Же мне так удобно, нормально. Так, больше поверхность тела, так сказать, прижимается к термокорику. Балдею. Спустя некоторое время он немножко поменял конфигурацию. Он там еще на хвостик лапку заднюю закинул, растопырку свою. Ну, реально, видно, балдеж на термокорике. Вот так вот. Ладошками кверху балдеть. Прелесть. Она скажет, так удобно. Здесь тоже балдеж, да. Смайлик дрыхнет, девчонка. Как выяснили, все-таки это дочечка, а не сыночек горохи. И она тоже любит такие позы принимать. Какая прелесть. Вот реально, за ними наблюдать сплошной позитив. Главное, чтобы она не спалила контору, что я подглядываю. Если ближе подойду, сразу обрадуется, решит, что кормить буду. Ручки наизнанку. Надо ж так лежать. О, прелесть. Ну, стопудово удобно. Тут даже не обсуждается. Если бы неудобно, скажи было, я бы так не лежала.